птенчик сирый гладе в гнезде. Иван Сусанин, ария Вани в исполнении Валерии. Мы ждем ваших слов, уважаемая жюри. Зураб Лаврентьевич, пожалуйста. Валерия, я просто восхищен. Я много-много раз слушал эту оперу в нашем театре, но ты дала такой характер, такой русский характер, такой звук. И даже каденция была потрясающая, как у настоящей оперной певицы, даже еще лучше. Но мне больше всего понравился цвет звука, который ты нашла для вот этой песни, для Вани. Ты была русская, Ваня, тебе надо одеть брюки и петь на сцене. Молодчина, Валерия, просто прекрасно. Очень лестно. Благодарим, спасибо. Валерия. Прелестно, просто прелестно. Такое естество во всем, в звукоизвлечении, в поведении, в подаче этой незатейливой, прелестной мелодии Глинки. Это было просто, я считаю, по большому счету, очень здорово исполнено. И знаете, что мне очень понравилось? Что вы абсолютно без всякой претензии на оперность были, а вы так красиво, как русскую песню, это проинтонировали, то, что Михаил Иванович, дорогой, нам всем заповедовал и просил. Спасибо вам, я получила большое удовольствие. Спасибо. Спасибо. А теперь оценки. Ну и безусловно, конечно, все пятерки. 5, 5, 5. Поздравляем, Валерия. Спасибо. Спасибо вам.